Здорово. Так, звук-то будет. Звук кошки есть, звук игры отсутствует. Ну, потому что кое-кто снес драйвера аудио. Окей. Так, теперь вроде бы есть. Вопрос в другом. Если на стриме звук игры. Сейчас проверим. Так, окей. Вроде бы все есть. Угу, хорошо. Хорошо. Чтобы такого конфуза, как в прошлый раз, не было, да? В русы против ящеров, когда я слышал звук, а вы нет, соответственно. Ну, мы продолжаем прохождение Blasphemous. Затянули, конечно, на максимальное количество времени все это дело. К сожалению, последнее время все тяжелее и тяжелее мне дается дойти до компьютера в свободное время. И так получается, что у меня появляется выбор попробовать выспаться и отдохнуть, или же поиграть. Ну, как понимаете, выбор тут, ну, не знаю, может, для кого-то очевиден. Так, ну мы идем сюда, да? Че, я не помню, что вообще на меня есть, что надо. Ключ паломника. Ладно, сейчас будем опять вспоминать управление. Неделю не стримил, получается. Я туда вроде бы не допрыгнул, да? Двойной прыжок есть, да, точно. Зачем я сносил, соответственно? Мне кажется, громкая игра. Зачем я сносил, соответственно, аудиодрайвера? Потому что в игре есть подлагивание. Я думаю, что эти подлагивания как раз связаны с тем, что я обновил все драйвера на компе. А помимо этих подлагиваний, у меня на Ютубе
ну, на видео, когда я просматривали через браузер, у меня есть, идет конкретный рассинхрон аудио с видеодорожкой. Но не только на браузере, еще и в обычных кодеках происходит рассинхрон. Поэтому я решил снести новые драйверы, которые стоят, которые поставил, соответственно, аудиодрайверы, да? Вернул на старые, ничего не изменилось. Сейчас еще я дополнительно переустановил драйвера. Для этого скажите мне, графические драйвера в общем для видеокарты переустановил, думаю, может быть, при том, что они стояли мне новые, я опять переустановил на опять те же самые новые, может быть, как-то починится, не знаю. Короче, надо винду переустанавливать, по всей видимости, мне нужно, давным-давно надо было это сделать. Но я, к сожалению, не могу этим заняться, потому что есть кое-какие. А уже нет ничего, ни при программ, ничего нету. Да, кстати, можно, наверное, уже переустанавливать. Все, что можно было поломать, я уже поломал. Надо сначала защититься. Кандидатскую защитить, а потом уже все почистить. Такие делать. В общем, идем сюда, короче. Здесь что? Здесь... А, здесь у нас деваха была, да, вроде бы? Или босс был? Или деваха была? О, здорово. Cast your eyes upon our shop window. Давно не было. Призывает луча света, наносящий магический урон. Ну давайте купим. Нахрена так? We have no prey. Come back. Так, где действительно проход появился? Хорошо. Привет, а сбрось до заводских. Играю, да. До заводских, а именно что? Что конкретно? До заводских настроек? Откатиться? О, опять картины. А, там оружие, да, можно менять как-то было. А мне до 2:40 сидеть ждать. А ты что ждешь, поезд или самолет? Самолет? В Хабар, что ли? В Хабар летишь? Блин, сюда что ли сходить, здесь полазить? Я дойду. А, ну вот эти штуки, кстати. Опять же. Да, в Хабар. Я думал, ты уже в Хабаре. Кошка хочет.
первый рейс сел. А, фига себе, приколдес. Следующий 29-го. Интересно получается. Опа, а как туда забраться-то? Интересно. Ну или через Красноярск за 15к. Кошка, ты что говоришь? Играется. Решила поиграться тут. Пересадка 19 часов. Круто. Это я смотрел как-то неделю назад билеты до Томска. Дешевые. И нашел билет. Не сильно дорогой, но время полета 54 часа. И он летит из нашего города в Южно-Сахалинск. Из Южно-Сахалинска куда-то там, то ли в Красноярск, то ли куда-то еще, короче, потом еще куда-то, потом в Новосиб, а потом только в Томск. Все это занимает 54 часа. Тут еще одна зарядка на весь зал. А, это нормально. Это где так, в Новосибе. Аэропорт там же международный, типа. Все дела, крутой, понтовый. Его там сейчас отстроили, еще открыли этот сектор Б, что ли, или как сектор А, вроде бы. То есть все мажорно. И ты спускаешься там. Ну, я, в общем, где я последний раз ждал рейс свой, 5 часов сидел. Там огромный зал. Сидушек миллион, кафешки всякие стоят. Я ухожу, ходил вокруг туалета, и все есть, и нету розетки. Я говорю, подхожу к девчонкам, говорю, а где розетка тут, ну, продавщица? Они такие, а наверху там ищите, там где-то есть место, где есть розетка. Я пошел наверху, обошел, да и все, ничего не нашел. Кайф, надо было лететь. Где-то наверху розетка, ну что, блин, нельзя что ли сделать розетку? Ну не знаю. Побольше розеток. В чем проблема, да, сделать? Типа, ну не делайте, допустим, я понимаю, что как бы, ну, если розетки будут возле мест сидячих, то там люди просто будут сидеть вечно. Ну делайте розетки такие, чтобы они были стоячие. Хотя бы можно было типа рядом постоять, подзарядить телефон. У многих же ускоренные зарядки есть. Да? Так, а здесь ничего нету тайного этого. А наверху ничего тайного не было. Хотя бы 10. Так, что за гаджет? Милосердие ветра. Вот теперь может долететь, кстати, в тех местах, где нельзя было долететь. Кащи теперь может совершать рывок в воздухе. Нажмите РТ после прыжка или во время падения, чтобы вернуться вперед. И с помощью можно
преодолевать некоторые ранее непреодолимые преграды. А, и можно разбивать. О, вот теперь дэш есть. То есть можно двойной прыжок сделать и потом дэшнуться. Найс. Понятно. Чё, ну мы сейчас пойдем сюда, не знаю. Куда пойдем еще? Где еще было? Я поотмечал, здесь было что-то. Здесь было. А где нельзя было допрыгнуть? Смерть где-то рисовал я. Вот здесь нельзя было допрыгнуть. Сейчас долетим. А теперь можно сделать это в обратную сторону, да? Пошли. Ага. Вот так вот можно теперь допрыгнуть здесь. И куда это? Окей, хорошо. Эта дверь сейчас откроет, да, наверное? О! Привет! Можно еще одно испытание пройти. Успел. Почему я не мог здесь пройти? Здесь была дверь или что? Почему? А, я не смог пройти. Ну... Успел. Чё тут прячете от меня? Прокачка, только нахрен ненужного меча до третьего уровня. Ну, мне не нравится этот меч. Ну все. Музыка приятная. Музыка, да. Кайфовая вообще. Так. Это мы забрали. Хорошо. Ага.
Блин, слезы искупления мне не нужны. Так, что можно портануться тогда? Куда? Ну вот сюда, наверное, да? Там наверху что-то было. А, ладно, это эти какие-то блестящие штуки непонятные. Как ими пользоваться, у нас, видимо, способностей еще нету. Мы сейчас ходим, там долетим. Тупо ни одного магазина или супермаркета, и даже туист не выдает. Хрена себе. Прикол. А как они питаются? Только какие-то сратые магазины бабы Зины. Зачем тебе магазин бабы Зины не нравится? То наш родной. Цены и выбор, какой аэропорт. Да, блин, что взял? Я пропустил, что взял. Это? Магию взял? Альбору взял? Она определенное время призывает стража, атакующего ближних врагов. Хорош. Ну ладно, это не Blasphemous первый, здесь это простительно. Что там, наверх доползти? До костра. Пожрал бузой какой-то чебурек. Ну нормально, что-то. Нечего. А что ты хотел похавать? Подожди, ну стопудово есть какой-нибудь додо. В Улан-Удэ. По-любому, или там Папа Джонс, или KFC. Сколько там человек? Большой город? Нет. Может быть, есть вкусная точка? Это типа национальная кухня. Ага. Так, а чё мы здесь не могли? Понятно. И не можем. Не могли, не можем. Блин, я не помню. А, вот здесь я не мог допрыгнуть. Было такое, было. И там что-то кайфово лежало. Subway есть, ну вот. Город 450к огромный. Блин, чё, да не пойдем, наверное, да? Ладно, потом исследуем, пойдемте на новую локацию. Может, босса сегодня убьем. А то так никогда игру не пройду я.
и скоростью. Приколдес. Ой, хорош. Бляха-муха, ну долго соображал. Налево, направо. Камушек убираем сюда. Ну сюда, правильно. Содранное лицо с холста. Это слегка увеличивает количество получаемых слез искупления. Очков мученичества. Слегка повышает магическому урону. Да мне не нужны вроде бы, да? Понятно, принято. Окей. Подходи. Блин, подлаги, конечно, классные. Хорош. Это что за жижа? Как в Кастельвании, что ли? О, там проход был? А где? В самом начале, в самом низу.
Действительно. Что это такое? Прерванная колыбельная. Блин, я не знаю, кому ее нести. Колыбельная. Налево, направо. В другую сторону пойдем. И сюда не хочется, и туда не хочется. Пойдем все-таки направо. Понятно. Здесь как раз блестяшка та самая. Я вроде бы ставил вопросик, да? На эту блестяшку. Не понято. Никак не запрыгнуть-то. Подождите, я понял, что надо раз ударить. Чё мне не хватает прыжка? Я где-то это... Жадина, короче. Где-то я совершаю дополнительный лишний прыжок. Хорош. Ну, смотрим, что здесь у нас. Thank you.
Ёбаный. Ты что творишь, чувак? Ой, блядь. Не туда, не туда пошел. Блин. Блять, да вот. Бочковое нефильтрованное 450. В Новосибирске дешевле. Я вообще, может, ей молния? Не, ну молния здесь. Ну вроде бы типа несложно, уворачивайся. А, она еще не коцает. Так, откуда начнется? Да. Ты, блядь, реально? Так, мне нужно, знаете, что сделать. Я не понял, как я умер. Видимо, упал в пропасть. Давайте попробуем. Поменять магию. А, она такая, она определенно призывает стражи, атакующих ближайших врагов. Может, затащит меня страж этот? Не знаю, что-то как-то дамаг у нее хреновый этим оружием, если честно. Может, надо просто поджигать его? Подожди. А, и не хватает магии для призывания стража. Ну, в принципе, чё, прыгай.
второй раз летит. Ломаешь, что ли? Она ломает. Блять, я не успел. Отхиляться не успел. Ну понятно. Блин, не успел отхиляться просто-напросто. В принципе, несложно, если контролировать ее, не жадничать. И помнить, что он два раза. Она начинает подсирать, конечно. Тихо! А чё ты сейчас-то? Даю тебе за ногу. Так, куда не, откуда поеду? Блять.
Ну, в общем, вкусила, вкусила мою булаву. Нормально. В конце я думал, что сейчас умру, на самом деле. Ключ бесконечной молитвы. Надо просто не жадничать и не получать дамаг, и наносить урон. Босс легкий. The miracle was to create a new icon. An incarnate icon for all to revere. A symbol in which all our faiths, pleas and hopes might be united in communion. So as to expand its diminished, almost extinct, might. Dove, who borrows thine color from the raven, escape your gilded prison. Так, хорошо. А чё внизу оказался? Разрешите-ка наверх уехать. Посмотреть локацию полностью. Это во-первых. Но во-вторых, чё мне? Надо ключ ставить. Это куда? Сюда что ли сходить? Теперь-то есть у нас телепорт, да? А там нужны были эти блестяшки, интересно, или не нужны были? Сюда можно сходить, кстати. А мы пойдем куда? Не знаю, куда мы пойдем. А, смотрите, у нас по серебре к тебе приходит дивный сон, и только на заре исчезнет он. Прерванная колыбельная теперь полностью у нас собрана. Зачем я поехал вниз? Там же был файер наверху. Смотрите, что тут у нас это. Ну там блестяшки, да? Да, блестяшки. Давайте отметим, что это блестяшки.
Блестяшки, опять же. Я забыл про этот атак, на самом деле. Жаркий поцелуй. Это был тот самый жаркий поцелуй. Максимальный объем. Feel your fervor exude from every fissure of your armor and rejoice, mine own penitent one. I shall continue to assist you if you grant me your kisses. Но у меня больше нету. Больше нету. Bestow upon me your fervent kisses. Ну, максимально. Максимальное же значение рвения. Чё ты мне тут лечишь? Ладно, давайте сразу отдадим бабушке этого тела. Ну, оно висит уже. May the bells. Давай. Попробуем. And we shall sink in. Да понятно, понятно. Давай мобов мне. Только полегче мобов, пожалуйста.
Ой-ой-ой. Понятно, короче, это смысл. Ходу. Может быть и нет. Да, походу, это смысл. Пустой флакон, блин. Вот ради этого, конечно, стоило биться. Ради пустого флакона стоило. Так, что у нас тут? Можно вот сюда добежать, попробовать посмотреть, что там у нас. Помнить, что у нас там. Да я нажал перекат, ребят. Долетел. Ого, супер. Супер то, что прошел. Да-да, есть такое. Так, это пацан, что ли, тут был? И все? Да? Хорошо. Так, а что тут сверху было? Пожалуйста, стигмату дайте. Спасибо. Так, и это теперь закрываем. Хорошо. Это забрали, то забрали. Сюда сходить забрать эту штуку. А, и как раз там дойдем до прокачки. А, это надо вот так в обход идти. До прокачки крови. Банки имеется в виду, да? Блин, надо дышать по-другому. Зачем я на нее присел?
Слезы искупления, окей. Так, сразу давайте к этой сходим. Что тебе надо? Блин, что тебе надо, а? Нет ответа. Убираем. Так, а там что-то наверху было? Я забрал уже, да? Хорошо, я думал, зависло. Так. Now I shall grant thee a new flask. Спасибо. Bring me more. Bring me chalices. Да пока ничего нету. Ну, пять — это уже другое дело, да? Так, к этим бабкам сходить, что там им, что-то должен был? Вроде бы нет. Купить стигмат, да? Что будет, если я у нее все скуплю? You have acquired the last of my wares. I offer you my deepest respects. Спасибо за уважение. There are no more items left in my shop window to offer you. There are no. И чё ты? Свалила, короче. Интересно, уж куда-то исчезла. Другое место куда-то ушло. Не помню, я вторую находил, деваху. Не находил. Ну, это надо, по всей видимости, опять это облазить.
не, к нему не пойдем мы. Слишком дорого просит. Мне, в принципе, я магией-то и не пользуюсь. Что скажешь? Roughness becomes smoothness. Wood. May the hands of the... Так, а можно... Можно вот здесь подняться, кстати. Ну, вот что можно сделать. Там как раз дэша не хватало вроде бы, да? Так. О, здесь что-то было интересное. Можешь перенестись, посмотреть. Перед тем, как мы пойдем вниз на пристань. Так, а почему я не отметил, что здесь у меня вопросик? Это я забыл на самом деле просто, видимо. Дверь закрыта просто-напросто. А почему я здесь не прошел? Блин. Ладно. Ладно, чё, гоу на новую локацию. Поехали. Хорошо, спасибо. Как будто там что-то было. Thank you.
Блин. Хорош. Хорош. Блять. Чё хотел? Но мы его затащили. Может, он что-то это повлияет. Не помню, что там по первому Blasphemous, но там вроде бы в последнем DLC добавили возможность дропнуть деваху, если найти ее труп, который помогает там на мосту брату, если я ничего не путаю. Брат с сестрой. Сестра только мертва, единственная. Можно было еще делать. Но я видел, что там что-то вниз можно было опуститься. И это. А, это вот здесь вот. Понятно, ничего нет. Ясно. Ну, короче, может быть, из-за того, что я его победил, может быть, это как-то сыграет свою роль. Карапузов. Может, он полегче будет. А, опять. У меня денег не сильно много, чувак. А ты тут как тут. Never did I think I would see this with these old eyes of mine. Pray, why does the miracle wait till now to bring it to the surface? Cast your eyes upon our shop window. 12 стигматов. Дорого. What a pity. Так, давай-ка сюда поставим. Да нельзя. Ну, давайте сюда поставим рядом. Чтоб вернуться. 12, блин. Недорого ли? Ой. Деваха призывает дельфинчиков, да? Но мне этих мобов уже заспойлерили. Когда я сейчас проходил испытание, имеется в виду. Понятно. Запах-то. Ох ты,
так деваха максимально неприятная. Понятно, короче, из жижи выпрыгивает бомж. Прыгающий бомж. Не очень приятно. Немного сложнее пошли какие-то они. Ой, деваха, зря ты там стоишь. А как мне вниз попасть? Можно перепрыгнуть? Непонятно, никак. Вниз попасть можно через нижний, да? Ладно. Жирная, да и моя. Ну, постреливаю. Так. Понятно, я открыл просто проход, окей. Не проход, шорткат. Ну, хорошо. Их. Закрутим сейчас, да? Thank you.
Ну, ё-моё. Что я собрал-то? Украшенный пантер. Ну, это стоило, да, того? Действительно, ради пантира можно было и пострадать чуть-чуть. Наверх идем. Только хилок нету. А что у нас пантир делал? Чтобы помнил бы еще пантир делал. Увеличивал. Типа что? Ну, дверь откроется, окей. А так она не откроется, что ли? А, не достает этого. Понятно. Докудова? Ну где-то вот до судова. Не достает. Дальше можно, кстати. Не знаю, достанет. Достанет. Давай. Ну, издевательство какое-то. Сюда, что ли? Блин, да я могу в самый конец его закинуть и вот здесь вот бахнуть. В чем такие сложности? Усилитель Буловы. Найс. Вередикта. Это кайфовый спелл. Так, теперь смотрим. Бесконечное пламя после разрешения. Увеличит наносимый огненный урон, увеличивает базовый урон. Базовый урон берем. Сколько стоит? 3 штуки. От миазмов. Стихийный урон. Ну ладно, базовый урон увеличил, самое главное. Это как раз то, что доктор прописал, да? Увеличить базовый урон.
костерчик бы. Угу, наверху есть эти блестяшки. Чувак, зато мне 14 есть. Давай, купим. We have no more. Приду когда-нибудь. Пробегаем. Дельфинчики. Смотри, а. Блять, еще не дает. Так, это отсюда можно будет подняться, окей. Угу. Ну, это надо там, наверное, не знаю, там долететь вообще реально, мне кажется, нет. Ну, я либо сейчас найду эту способность. Ну, в принципе... Не, так рассчитано, да, видимо?
просоленный наконечник копья. Легко увеличивает количество получаемых слез искупления. Так, это до костра. О, здесь еще костер. Блин, ну я не хочу приседать. Надо на верхушке что-нибудь посмотреть, что там есть. Кому бы, просто мертвые. Запоминаем костер. Да, наверное, я. Блять. Такс. Здесь закрыта дверь. А сверху открывается. Тоже закрыто. Значит, больше нету вариантов. Опа, вон он сидит на башне. Блять, ну, жадина, говядина, соленый огурец. Попа валяется, никто меня не ест. Эх, надо перекаты делать. Да ёпте. Да.
Ты задолбал, чувак. Да я нажал, блядь. Дай, блядь, ты чё издеваешься? Да, свидули, дядя. Нормально так. Сегодня прям отрываюсь. Целых два босса. Неделю не играл, господа. Неделю не играл. Студенты попили всю кровь. Вообще просто невероятно. Глупые студенты. Lacking sufficient mastery, the miracle did fail in its efforts to incarnate, manifesting only in the form of disease, deformity, and pain. It spread more and more of its aberrations, like sores on diseased skin, in many places and on innocent bodies. Хорошо. Dove, who borrows thine color from the raven, escape your gilded prison. Арты прям вообще топчик, да? Это, а, это еще что-то новое открывается, да, видимо? Вот. Хорошо, что я запустил. Был сегодня, конечно, у меня соблазн огромный продолжить спать. Ну как продолжить свою недельную эпопею, когда я ложусь спать пораньше, чтобы выспаться. И соблазн был велик. Так, а я хочу вниз прыгнуть, а можно мне? Здесь мобов не будет. Я решил. We have no break. Да, кстати, вот эту штуку убираем. Но я решил, что надо все-таки подрубить стрим. Это куда? Не, вообще вот сюда. Это, наверное, дверь открылась.
Надо вниз идти. Развалился. Компас потерявшего крушение слегка увеличивает количество получаемых слез искупления. Подожди. А, да я не то, что смотрю, блин, господи. Повышает сопротивление урону молнии. Повышает сопротивление физическому урону. Значительно повышает сопротивление урону атак мечом в ФСЧ. Хорошо, а вот здесь что у меня было? Пусть физически будет еще. А, я миазм. А зачем я миазм поставил, кстати? И магический пусть будет. Не знаю. А у меня там магический же есть. Ну и есть магический, да, нахрен мне магический второй нужен. Огненный урон. Миазм повышает огненному урону. Будет огненный. Надо, кстати, открыть последнюю, да? Кто такие резонансы? Это что такое резонансы? А почему типа они в резонанс не вошли? Почему? Там что-то говорю, что типа какие-то могут ходить в резонансы. Но я думал, что. Про эти резонансы, короче. Куда я попёрся? Лаги. Так, ну давайте вниз пойдем, посмотрим, что там есть.
Окей. Так, здесь что-то было, но они это забрали. Подождите, а почему я там не пошел дальше по этому? Там же нет прохода. Там есть какой-то просто ништяк лежит. Почему я его не забрал? Почему я попер сразу сюда? Ну, типа, почему я не ударил по этой штуке вот? Ну, блядь, вы что, прикалываетесь? Мародер. Сокращает восстановление уклонения на 25%. Здрасте. Stop. This sacred place is about to crumble around our very ears. And I have barely strength enough to support the entrance to our chapel. My name is Regula. And this body, which towers over you, is nothing more than the punishment for an abhorrent sin I committed many eons ago. The miracle is just, and granted me the vigor to sustain this threshold. However, after interminable efforts, I feel my strength gradually waning. With each tremor, these merciless rocks sink deeper into my flesh. Should my arms yield to the weight, the shrine will be buried, and the saint never again venerated. For pity's sake, hear my cry. Between the tremors, I am sure I heard the collapse of some of the chapel walls. I am convinced that a passage into the sanctuary, as I implore you, find it before it is too late. Penitent one, find each new... Penitent one. Each new. Сейчас найдем. Так. Подожди, там нарисовано, что там проход есть. Есть.
Там у нас наверху. Слеза древесного сока. Таким самым искусственный скульптор украшает лица своих творений. Для... очевидно, если честно. Может быть, и не очевидно было. Босс, что ли? Ладно, а что там за проход? Стигмата и... Однако.
что внизу? Ее походу завалило. Ну я исполнил последнюю волю, я нашел другой проход к святилищу. Только что мне это дало. I have long yearned, has finally cometh. Bear the countenance of the shroud to that place where it ought never to have ventured. The statue, the saint. Платок Регулы. Платок с пятнами краски, который складывается в контуры лица, благословенная Регула носила его вместо вуали как символ благоговения перед святой, которая посвятила жизнь и смерть. Как-то ночью юная Регула из любопытства или от скуки, нам не дано знать, забралась в мастерскую известной в городе скульпторши. Она хотела первого увидеть новую работу, которую все с нетерпением ждали, статую святой. Девушка застыла на пороге, так поразила ее красота творения, на котором еще не успела высохнуть роспись, подавшись странному и порочному велению. Регула прижала отрывок ткани к скульптуре и смазала все краски с лика святой. Закрыв этой тканью свое лицо, девушка сделала вид, что теперь сама она прекрасна, как святая девица, играла с крашенной тряпкой, надев лицо святой, и подражала ее благочестивым жестам. Она представляла, как соседи поклонялись ей, но настала пора уходить, чтобы скульпторша не узнала об этой шалости. Сняв ткань, девушка повернулась к окну и застыла в ужасе, увидев в отражении, что лицо ее спало вместе с тряпицей. На его месте бугрилась бесформенный ком мертвенно-бледной плоти, сухой и растрявшейся, как обугленное полено. Плоть Регулы пронзила ночь. Стоило ей понять, каким было наказание за ее грех. А куда отнести-то? Этим типа она же охраняла, да, вот это как раз эту статую. Но есть два варианта: либо чуваку отнести, которому целуйте мне все сзади и спереди, либо сюда отнести обратно в святилище. Да, обратно в святилище. Все, вы отдали платок Регулы. Now that my face has been restored,
I may at last speak to you. My devotees will return to this chapel by virtue of your actions and the sacrifice of the Blessed One, who will never be forgotten. Oh, Regula, seek my forgiveness no more, for you have it. Now you're by my side and can rest your weary shoulders in my arms. As for you, Penitent One, accept this in memory of Regula. I am forever grateful. May my blessing be with thee. Вспоминания Регулы. Спасибо. Символ кающейся грешной, которая несла на плечах самое тяжелое бремя. Как-то ночью... То же самое. Regulus' sacrifice has healed the faith of my devotees. You may go with my blessing. Спасибо. Ну, не зря мы вниз пошли, а не наверх. По крайней мере, выполнили все, что нужно было выполнить. Там, подождите, а, еще ниже, это все понятно. Как? Понятно. Так, стоять. Это что такое? Забытое подношение. Еще монетка. Можно еще куда-то перенестись. Хорошо. Это хорошо, что мы ее нашли тут. Ну, тут как будто тайный проход, да? Получается все. Почему тут так много проходов куда-то? Это что, наверх поднимаюсь, что ли? Ага, подожди, здесь нельзя пройти, я сейчас найду наверх. Ну, понятно. Ладно, ладно. Так, ну что мы? Что мы делаем? Даем... Мы падаем вниз, во-первых. Угу. Не успел. Прям не успел. Последний момент. Хорош. Тирана опять магия, да? Создает поток пламени, наносящий непрерывный урон. Ну, стоило ли это того? Наверное, нет. Кто бы этой магией пользовался? Ну, я поначалу, да. Окей, ладно, я поначалу пользовался. Это штука была поначалу. Так, куда-то уход.
Понятно. Вопросик. Перевернутый храм. Прям Кастельвания. Там ништяк висит. Ох. Так, ну, вообще, я предлагаю на этом сегодня... Ну, давайте еще дверь откроем. А какого хрена вообще он там возник? Все на бонфайр. Открыть дверь. Жирный поп. Отпечаток скалопендр. Значит, повышает от огня. Меняем. Отлично. В общем, на этом на сегодня все. Тем более дропы какие-то пошли. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока. Ох, вовремя в дропы как раз.